Да, здесь свежо. О, хорошо. А дышится как? Правда легко? Да. Di Roberto, eh? Vedi che ti la devi preparare. Он твой дружок. Смотри, смотри, бежит, 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 бежит. Толстенький такой. Привет, куда бежим? Какой жирненький. Это желудь. Это белка какая-то. Ну, а кто тут такой? Хвост такой пушистый. Он только что взял, но так быстро, правда. Подумай. Опа, а испугался, боится, да. Но он очень быстро. Цапнул и убежал сразу. Точно, точно, точно. Так, есть хочешь. Ой, 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 ой. Ой. О, Штива там бросит. Стри, 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 оп, 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 оп. О. Смотри, смотри, еще, еще, давай. Смотри, как я смешно. Ты как? Да, я вижу. Представляешь, как ему вкусно. Слушай, звук какой.
Оп-оп-оп-оп. Ой. Ой. Сумочка заинтересовала ее. Мне кажется, сумка заинтересовала. О, ну ладно, походу. Тут там у меня друзья были. Ладно. Почесался. Ой, уже Саша. Саша. Привет. Давай бежим. Я боюсь, чтобы он не откусил. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hands been tied in there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Maybe you're tired of the strains, the lonely highs, the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Maybe relying on horizons where the skies they fill with diamonds, ain't surprising that the love that you have lost is in your mind. We go, we'll take the highs and lows with us one. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets and now the lights without the power flicker on into the night. We go, we'll take the highs and lows with us one. Take the highs and lows with us one. We sing forever free from here. So take the highs and lows with us one. We sing forever free from here. So here we go. We'll take the highs and lows with us one. We sing forever free from here.
едем по парку Йосемити. Йося и Мити. Ну или как-то так, мы с вами не поняли. Вот. Давай попробуем. Жуем какое-то очко. Копченое. Такие видосы. Интересно. Так, ну как? Неплохо, но сильно перченое. Чтобы брать без перца. Thank you.
дорога, ехать нам еще час по такому серпантину. Вот. Тут разные медведи живут, туристы ходят, ну в общем полный зоопарк. Ух ты какая! Так, идем искать медведя. Вот такая долина. А тут тепло, кстати. Что? Говорю, тепло здесь. О, запахи, да. Вообще бомба. Не надо главное, наверное, поговорить. А, я Масюня, там купаются только медведи. Вот тут вот. Что? О, видишь, кого-то съели тут уже. Что ты мне рассказываешь? В 99-м сожрали кого-то. Видишь, видно, могилка. Саш. Я шучу. Так, речушка. Но я бы тут не купался. Во-первых, плавать тут нет. Берег глиняный. Вот, поэтому, ну, птички летают разные. Что не может не радовать. Всю вот эту вот красоту. О, водопадище какое. О, вообще. Да, золото тут, блин, вообще можно не работать, только сидеть и мыть. Вот оно, желтенькое такое. Ну, похоже на золото, вот черным видно очень хорошо такое. Золотой песочек. Но мне кажется, тут его нельзя мыть. Я думаю, что. Потому что это национальный парк, принадлежит государству. То есть шиш, что ты. Тут что помоешь? Максимум медведя можно сбить. То, наверное, отгребешь.
А водопад, да, такой вообще. Ух ты, ё-моё, блин. Ва, капец. Смотри какой. Ты вот у меня смотри. Вообще жесть. Водопад офигенский. Вон там закат такой вообще классно. Репортаж из Мухосранска. Закрой еду, я не могу. Закрой, пожалуйста. Боже, какая. На, снимай, не хоть это снимать. Сделай. Что значит хоть это сделай? Закрой быстро. Даже замок не можешь закрыть. Видите? А замок еще тут такой. Херовые. А, закрыли. Точно? Это точно. Точнее не бывает. Так, ну что? Хочу вам показать. Вот эта вот хрень стоит 120... Для ой, кого не, это видео? 109 долларов. Стоит. Саша, для кого это видео? Покажу, на YouTube положу. Я тебе покажу. Пусть люди знают. Пусть знают. Саша. А чё? Тут нечего скрывать, надо показывать всю правду. Угу. Да. Это мыло? Откуда я знаю? Что там? Мыло, дуст. Сейчас мы идем в душ. Да, кстати, душ и сральник тут отдельно. До него еще дойти надо. Что добавляет пикантности пикантно. За эту цену? Ты бы лучше карту взял и посмотрел, куда нам идти. Да вот сюда нам идти. Вот, значит, сортир, а душ был там. Так, Саша, я пошла. Куда ты пошла? Туалет там. Давай. Туда пока. Ты сейчас же, ты знаешь, где душ? Вот там. Где там? Вот там. Где там? Это ты не знаешь, где душ? Вот я там. Не знаю, где душ. Ты уверена? Тут несколько душей, карты возьмут.